Здравствуйте, в студии Алексей Мороз, о погоде на вторник прямо сейчас. В предстоящие сутки холодный антициклон будет медленно перемещаться на восток нашего региона, уступая место западному циклону. Но этот вихрь, обещающий ослабление морозов на Урале, пока еще будет далеко, поэтому температурный режим существенно не изменится. Несколько слов о погоде в Челябинской области. Особых изменений пока не наблюдается, все те же низкие показания температур. На юге области в Магнитогорске 21 градус ниже нуля, и почти столько же в Карталах, минус 22. В Садке и Златоусте минус 23 и такие же показания в Троицке. Самые низкие показания в Южноуральске и Верхнем Уфалее – 24 градуса. Сегодня в Челябинске переменная облачность, без осадков. Ветер южный – 3,8 метров в секунду. Днем в городе по-прежнему холодно – 21-23 ниже нуля. Атмосферное давление при этом выше нормы. Данные о погоде предоставлены Центром ФОБОС. А я с вами прощаюсь и желаю удачного дня. До встречи! Одежда ведущего Джованни Джентиле. Кирова 104. Молодежная мода.